Достаточно нестандартные смарт-часы по дизайну от Dudji под названием Dudji Ares уже презентовали. Цена таких сегодняшнего дня, 27 сентября, $39.5. И в этом видео я хочу подробнее вам о них рассказать, а ссылка на AliExpress будет в описании. Сейчас действительно смарт-часы обладают очень схожими характеристиками, если говорить о начальном сегменте. Таких смарт-часов я обозревал довольно много, но Dudji Ares решили подкупить дизайном. Существует целых 5 цветовых расцветок. Ремешок, заметьте, весьма непривычный, с рифленностями. А вот циферблаты и есть коронная фишка данной модели. Они классические, можно даже сказать винтажные, и в паре с крутым дизайном часов выглядят отлично. Из опций, которые стоит выделить, аккумулятор емкостью 300 мАч – это усредненный показатель, которого должно хватать почти на 2 недели использования. Также здесь Bluetooth 5 версии, а еще влагостойкость – вещь, незаменимая в подобных гаджетах. Помимо измерения пульса, здесь есть замер уровня кислорода в крови. Новомодная фишка смарт-часов в 2021 году. Дисплей диагональю 1,32 дюймов имеет разрешение 360 на 360 пикселей. И это заметно больше, чем у конкурентов. Картинка действительно сглаженная и напоминает более дорогие устройства. Вот только функциональность у этих часов примерно сопоставима по цене с остальными девайсами на рынке. Эти часы должны вас порадовать. Я думаю, что как раз за разрешение дисплея должно во многом преобразовать взаимодействие с пользователями. А вы как думаете, нормальные часы за $40? Пишите ваше мнение в комментариях. Ну и напоминаю, что 30 тысяч подписчиков на канале нам нужно сделать. Если успеем до Нового года, сделаю розыгрыш 5 девайсов на канале. Так что, друзья, подписывайтесь. Не упускайте шанс выиграть, а также не упускайте познавательный контент. Всем удачки и пока!